стиль командос для селебрити или почему они не носят нижнее белье? Кристина Агилера. Независимо от того, видели ли вы ее выступление вживую на сцене или по телевидению, вполне вероятно, что каждый раз, когда вы видели Кристину Агилеру, на ней не было нижнего белья под одеждой. Певчая птичка открыто призналась, что не является поклонницей нижнего белья и предпочитает действовать в стиле командос. Ким Кардашьян. Эта женщина постоянно думает о том, чтобы привлечь внимание окружающих. Следовательно, она, очевидно, не стала бы носить нижнее белье и запрещать людям смотреть на свое тело, на которое она потратила немало долларов. Октавия Спенсер. По словам талантливой Октавии Спенсер, комфорт имеет решающее значение, и иногда это означает отказ от нижнего белья. В интервью журналу People на международном кинофестивале в Торонто в 2017 году она сказала, что нижнее белье не стоит того и что она не носит его слишком много. Рианна. С самого начала своей карьеры Рианна никогда не предпочитала носить слишком много одежды. Она просто надевает что-нибудь перед выходом из дома. А для такой женщины носить нижнее белье на публике – кошмар. Кейт Бекинсейл. По словам актрисы Кейт Бекинсейл, нижнее белье она надевает лишь в некоторых случаях. Фактически, в интервью журналу Maxim в 2011 году она сказала, что носит трусики только тогда, когда носит очень короткие юбки или когда она занимается чем-то активным и нуждается в дополнительных слоях одежды, например, в горной экспедиции. Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес любит обнажать свое тело, поэтому очевидно, что носить трусики, по ее мнению, не вариант, когда она выходит на улицу. Честно говоря, у нее такая рельефная П. А что в трусиках, это, наверное, не увидеть. Кроме того, нижнее белье не сочетается с горячими платьями, которые она обычно носит. Эмма Томпсон. Эмма Томпсон – еще одна всемирно известная актриса, которая с гордостью призналась, что никогда не носит нижнее белье. В интервью она сказала, что для нее нижнее белье похоже на предмет пыток и что ей не нравится, когда что-то находится под одеждой. Кэти Перри. Кэти Перри не только хорошая певица, но и обладает отличным чувством моды. Она часто отмечает, что ее религиозное воспитание является основной причиной, по которой она сегодня носит такие модные наряды. У Кэти странный имидж. С одной стороны, ее музыка хороша и делает ее похожей на хорошую девочку, в то время как в других случаях некоторые из ее фотографий, сделанных на публике, даже без нижнего белья, заставляют ее выглядеть бунтаркой. Миранда Кер. Раньше Миранда была элитной моделью, но теперь стала актрисой. Пару раз ее видели на красной дорожке без нижнего белья, а значит, скорее всего, она отказывается от него и в повседневной жизни. Учитывая, что она была замужем за Орландо Блумом в течение нескольких лет, мы не можем не задаться вопросом, какова была его реакция на то, что она не носила трусики на улице. Линдси Лохан. Линдси, вероятно, одна из самых известных историй о богатстве в истории Голливуда, и хотя ее карьера за последние несколько лет не продвинулась вперед, она по-прежнему довольно популярна в социальных сетях. Ее часто видят без нижнего белья на мероприятиях, и некоторые считают, что это ее попытка привлечь внимание. Майли Сайрус. Последние несколько лет она провела в поисках внимания, и тот факт, что она без колебаний показывает свою кожу в социальных сетях, не шокирует, что она отказывается носить нижнее белье на публике. Плюс, некоторые из ее платьев – это всего лишь наряды, они почти ничего не раскрывают. Плюс, некоторые люди могут возразить, что ее чувство моды немного странное. Селена Гомес. Селена Гомес недавно начала носить короткую одежду, но то, что она не носит нижнюю одежду, вероятно, является попыткой рассердить своего бывшего парня Джастина Бибера. Как будто она пытается сказать ему, что ты это упустил. И нам нравится ее новый образ. Карли Клосс. Учитывая, что раньше она была моделью Victoria's Secret, неудивительно, что она может произвести большое впечатление, и самый простой способ добиться этого – отказаться от нижнего белья. Ношение нижнего белья здесь было бы проблемой, поскольку, учитывая, какие прозрачные платья она обычно носит, трусики сделали бы это некрасивым. Кендалл Дженнер. Учитывая, что Кендалл – сестра Ким Кардашьян, это не должно вызывать удивления. Недавно она повзрослела и с тех пор постоянно публикует фотографии в социальных сетях, часто без нижнего белья.